И посмотрите, что у нас творится на улице. Всем привет, с вами канал Артмания. У нас идет снег, представляете? Сегодня, по-моему, 3 апреля, что ли, я сейчас не вспомню уже. Идет снег. Вчера был вечером дождь. С утра я проснулась, что-то тоже было, ну, было мокро так. Вот, а потом Дима увидел. Говорит, смотри, снег идет. Я говорю, как снег, ты что? Говорю, дождь был вчера только. И смотрите, как он быстро идет. Ну, там вот еще как-то нормально, а вот здесь вот прям он быстро очень пролетает. И сразу... А, нет, вон там, кстати, немножко... Никак нас снег не покидает в этом году. Что-то прям, мне кажется, в этом году какая-то особенность. Уже там какое третье? Так, 1 апреля у нас было... Какой день недели? По-моему, 3 апреля, сейчас уже не вспомню. И все снег, снег. И зима никак не хочет уходить, не хочет отступать. И вот она прям вообще борьба. А уже весна пришла, вступает в права свои, пытается. Все. Дождь уже, вчера вечером был дождь, все было мокро, а с утра снег. Это прям, я не знаю, такая погода. Непонятное ощущение, как будто осень не хочет уходить, а зима вот пытается со всей силы. И так много снега, смотрите, прям летит. Прям его много. Вон там тоже много. Вот сейчас я хочу с ребенком... Время уже 11. Хотим позавтракать. Я хочу сделать яишенку. Вот. Наша с вами сковородочка. Вот. Но Дима не подпускает меня к холодильнику. Говорит, я не буду завтракать. Буду ждать бабу Лилю. Я говорю, как ждать? Она приедет вообще, может, только к вечеру. А? Давай яишенку делать. У нас там курочка, куриные голени есть. Ну, может, баба Лиля-то идет. Она не придет, она к вечеру только придет. Ты до вечера совсем проголодаешься. Давай. Я кушать хочу. Там баба Лиля идет. Яишенка. А у нас с тобой, кстати, хлебушек. Вчера мы были в KFC вместе с вами. Надеюсь, что все заснялось. Женька держала камеру. Ой. У нас с тобой еще... Блин, она уже заплесневела. Не успели. Не успели. Я хотела сухарики его сделать. Он уже заплесневел. Блин. Это был ржаной хлеб на... Блин, надо хлеб делать. Так, а что тут? На солоде. Солод. Да. Солод продается на Озоне, видела. В Беру или сейчас Маркет. По-моему, тоже там видела. Ну, такие интернет-магазины. Надо делать. Кстати, очень вкусно, нам прям очень он понравился. Классная вещь. Что, хлеб делать будем? Будем, конечно. Сегодня, если принесут они с собой хлеб, то какой-нибудь там. Не знаю, магазины, честно говоря, хлеба мне уже очень не нравятся. Они такие безвкусные какие-то, невкусные, черствые постоянно. А наш хлеб берешь, даже на третий, на четвертый день берешь, а он мягкий такой, нежный такой, свежий все равно остается. А, батарея греет, а что ж там холодно стало? Дима, даже штаны одел. Окно было открыто, всю ночь забыла закрыться. Да. Так вот. Так хочется зеленую травку. Прям вообще. Вчера было как классно. Мы с вами гуляли. Вчера солнце было вообще. Женька ехали, они со свекровью. Я говорю, Жень, как там на улице? Он говорит, холодно, как зимой. А я смотрю в телефоне, у меня 6 градусов написано. Думаю, странно. Ну, думаю, оденусь, как обычно одевались. До этого мы выходили градуса 3, что ли, было 2-3. Думаю, сейчас 6 стало. Нормально. А там жарище, я так спотела вообще. Так запарилась. Ужас. Там классно. Да? Козювка? Да. Давай кушать будем, козювка. Козювка! Ты что там? Ты че? Козювка? Был такой снег, был такой. Они сами... Сломались, катились и свисали. Да ты, наверное, будешь мастером? Да? Мастером, да. Ты будешь ремонтировать, прибираться. А, тут еще мой тюльпан, наверное, сегодня выкинут. Он так, кстати, классно сгинался вот тут вот. Это у него... А, вот у него тут тычинки. Так я и не посадила. Это как раз тюльпан вместе с луковицей. Так я и не нашла время. Никак. Сегодня, наверное, его на стаканчике забрать только.
выкинут. Здесь надо мне все переложить. Бананы, кстати, про вчера купила. Смотрите, какие они огромные, главное, они гигантские такие и желтые. Желтые-желтые. Я всегда, кстати, покупаю зеленые бананы, они у нас подольше лежат. На холодильнике, хотела сказать. На подоконнике. Ну да, подоконник, как холодильник. Давай, покушаем быстрее, мне надо хлеб печь. А еще чуть-чуть там осталось, баба Лилита идет. Да она не... к вечеру так придет. Сковородку пачкать не хочется, что-то мне. Чуть-чуть так осталось, чуть-чуть. Мам, ты будешь геркулесовую кашу есть с бананом. Тогда я не буду есть. Тогда там курица еще останется на обед себе. М? Козявка. Козювка! Ты как котенок играешь. Козювка! Козювка! Ну что, ты грейпфрукт, мамин. Угу. Это мой грейпфрукт. Ты козювка. Кстати, не помню, показывала или нет. Мы с вами покупали в Карусели вот такие вот сосучки. Эвкалипт, мята. Честно, фигня. Ни мята не чувствует. Ну, эвкалипт вообще не чувствуется. Мята чуть-чуть совсем. Такие чуть-чуть они мятные, больше сладкие. Не подойдут, допустим, для длительных поездок на автобусе, если вас укачало. Эвкалипт, насколько я помню, он прям такой ядреный должен быть. То они просто сладкие конфеты с небольшим вкусом мяты. А, ментол. Тем более, ментол, даже не мята. Ну, мята, ментол, да. То есть, блин, просто фигня. Не покупайте, не выбрасывайте деньги на ветер, если вы хотите, чтобы был вкус прям ядреный. Фигня. Специально оставила бумажку, чтобы вам рассказать, потому что я не помню, по-моему, показывала я или нет. Я помню, показывала, что мы ее распаковывали с вами, или то, что я ее купила, а вот теперь показываю, вот. Какая гадость. Ты там что делаешь? Ты собачке показываешь? Показываю. А, так ты ей это, голову-то так подними, вот. Она видела. И мамина щечка. Все, уже весь двор у нас белый снова. Снова выпал снег. Начинается зима. А вы представляете, если вот так вот зима начнется летом? Представляете, вот так лето, травка, и хоп, снег. Пойдет. Много снега. И на травке будет откладываться этот снег, будет лежать. Этот снег будет расти, расти. Ну, допустим, не думать о том, что для растения это плохо, а просто подумать, как это будет красиво. Представляете? Ну, когда первый снег выпадает по осени, по зиме. Красиво же? Да? Да. Да, скоро лето! Скоро лето, лето, лето. Скоро с вами на дачу будем ездить, гулять, снова путешествовать по городу, как раньше мы с вами это делали. Скоро много всего интересного будет, да? А я вот по лестнице слазить буду. Да. Да, будешь показывать, как лазишь по лестнице, да? Да. Ты мамина мышка? Мышка. Мышка мамина? Ты мамина мышка? Да. Скажи, ставьте лайки. И что такое? Лайки такие. Ах, вот такие лайки. Это, наверное, вот так. Давай в руку. Давай. Опа. 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 Такие? Такие. Ах ты, козевка. О, с полными мешками домой кто-то идет. Идет.